Доброе утро. Вы смотрите НТВ. С вами Марк Тишман. С вами Ольга Жук. А сейчас я предлагаю рассказать нашим зрителям, кто же сегодня у нас в гостях. А в гостях у нас замечательный человек, маг, иллюзионист, фокусник Михаил Цветалашвили. Здравствуйте. Миша, доброе утро. Я сразу такое появление небольшое сделаю. Это о, спасибо большое. Ой, вот так приятно. Ну, вот теперь вопросы будут такие. Лояльные. Она еще сегодня так широко не улыбалась. Расцвела. Да, Миш, у тебя, кстати, как выпускной прошел? Имеется в виду мой выпускной, когда я выпускался? Или мои коллеги? Расскажите обо всех. А у тебя было много выпускных? Нет, ну, во-первых, мои студенты выпускались. У меня уже было 3 выпуска с моими студентами. Так, давай расскажем нашим зрителям, что Миша, кроме всего прочего, еще является преподавателем эстрадно-циркового училища. Это ГУЦИ сокращенно. Вообще это училище циркового и эстрадного искусства имени Румянцева-Карандаша. А на выпускные к студентам наведываешься? К своим? Да. Ну а как? Они без меня просто никак. Фокусы им показываете? Ну, я им не или показываю. Ведете мероприятия? Я им рассказываю и показываю, как правильно демонстрировать и показывать фокус. Потому что одно дело, знаете, ошибочное мнение. Если я знаю фокус, я знаю, как его показать. Это совершенно неправильно. Это вот все равно, либо что сказать. Либо я знаю, либо я умею, да? Да, это именно вот так. Мало того, что показать, еще правильно продемонстрировать, отвлечь внимание. Здесь важна практика. Очень. Не теория. Конечно, конечно. Миш, не секрет, что сейчас и в конце 20 века, и в начале 21-го, если мы говорим фокусник, маг, иллюзионист, то я думаю, что каждый второй человек в мире скажет Дэвид Копперфилд. Да, в 96-м году он приезжал в Москву, да. И у меня есть эта фотография, где я с ним сфотографирован. Дядя мой, значит, был приглашен к нему за кулисы, пошел туда я, дядя и его жена. И вот, и дядя, я помню, на тот момент показал ему простой фокус. Это кольцо и две веревки. К сожалению, жалко, я не захватил их сегодня, если бы я знал, что это будет этот вопрос. И Копперфилд сделал вот такие глаза. Дядя был уверен, что он шутит. Он говорит, я действительно не знаю этого трюка. И он научил ему 3 трюкам. Мой дядя научил 3 трюкам. И подарил их. То есть Копперфилд вам не показал никакой свой трюк? Копперфилд мне лично? Нет, он показал нам то, от чего сходили с ума все люди на тот момент, как он летает. Мы знаем, как он летает. Вы знаете этот секрет? Так, стоп, стоп. Я предлагаю сейчас сразу всех секретов не раскрывать. Друзья, Миша остается с нами. У нас будет еще одно включение вместе с магом, иллюзионистом, фокусником, артистом Михаилом Цветалашвили. И он покажет нам несколько самых невероятных трюков, а мы покажем и расскажем вам. Так что оставайтесь с нами. Друзья, мы в нашей студии снова приветствуем фокусника и иллюзиониста Михаила Цветалашвили. Миш, еще раз доброе утро, привет. Вот, не спали нам студию. Вот это можно. Это можно, да. Да, в бумажном эквиваленте. Сразу настроение с утра хорошее, да? Да, Михаил с огоньком. Вот так вот у нас сегодня. И с купюрами. Вот. На ваших глазах я сейчас складываю. Не надо рвать. Не, рвать не буду. Сейчас это не очень хорошо. Пополам, еще раз пополам. Да. Еще раз пополам. Еще раз пополам. Разворачиваем. Что у нас получается? Миша, ты каждое утро будешь к нам приходить? Не знаю, что по поводу каждого утра, да. По крайней мере, 1000 рублей в 2 экземплярах. Я... Так, Миш, ты хочешь рассказать нам секрет именно этого трюка, верно? Нет? Нет. Вообще, я не люблю скрывать секреты. Ну вот, допустим, самый обыкновенный фокус. Два шарика. Один шарик я кладу себе в руку, второй шарик даю тебе в руку. Шарики из губки. Так. Да, именно так. Секрет открыт. Именно так, да. Был один. Беру 2. 2 шарика, кладу при вас себе в руку. Да. Можно вас попросить? Зажимаем сильно. Внимание, 1, 2, 3. Открываем. О! Там уже 4 шарика. У меня рук не хватает. Еще веселее. Миш, 2. Подожди, они размножаются прямо у нас в студии. Да, сделай, пожалуйста, вот так вот руки. Абракадабра, какие-нибудь слова. Абракадабра, симсалабум. Подбрасывай, звук, подбрасывай вверх. Ольга Жук, зайчик. Ольга Жук, зайчик. Нет, зайчик лучше. Миш, вот мы, я от лица всех наших зрителей, мы требуем, чтобы ты нам все-таки раскрыл какой-нибудь секрет. Я знаю, что люди твоей профессии не любят этого делать, но, пожалуйста, впереди лето, знаешь, праздники семейные. Ну, хочется чем-то поразить своих родных. К сожалению, да, раскрытие секретов не является моей козырью. Ну, вот, допустим, я люблю очень цвета. Вот ваши цвета мне нравятся, ваши
Вы не такой щедрый, как ваш дядя? Нет. Он делился с Дэвидом Копперфильдом? Ну, когда здесь будет Дэвид Копперфильд, я с ним поговорю. Так, вот еще один. Это очень долгий фокус. Но если все это вместе собрать, вот эти все цвета на утро, и главное сделать себе хорошее настроение, хороший чай, кофе, можно получиться красивый вот такой вот эффектный платочек. Солнце. Солнце. Вот именно, мне кажется, этого настроения мы желаем всем нашим зрителям. Миш, спасибо тебе, что пришел. Я уверен, поднял настроение. Да. Принес солнце в нашу студию. Друзья, мы вам желаем солнечных выходных. Мы были счастливы с Олей провести эту неделю вместе с вами. Нам с вами было очень хорошо и весело. Да, друзья, в понедельник уже наступит новое утро. Вместе с Анастасией Заворотнюк и Петром Чернышовым вы проведете следующую неделю. Но прежде вы проведете супер выходные в вашей жизни. Мы желаем вам отличных выходных и до встречи. До встречи. Пока. Пока.